всем привет, дорогие друзья, с вами Black Frieza, и сегодня мы с вами поиграем в Brawl Stars. И да, под прошлым роликом набрали больше 50 лайков, вот, и больше там уже почти 1000 просмотров, и я записываю новую серию по Brawl Stars. Вот, сейчас я выложу этот ролик на этот канал, но если мы соберем здесь больше 50 лайков, вот, прям вообще больше 50, вот, то и следующее видео будет на втором моем канале, и я тогда на втором канале куплю себе мега ящик. Да, ребята, я куплю себе мега ящик за 60 гемов, так что, ребята, действуйте, переходите на мой второй канал, я сейчас после этого ролика буду записывать ролик на второй канал. Ну что ж, я уже в Brawl Stars заходил вообще давно. Последнее видео, наверное, уже полгода назад было. Вот, так что давайте-ка поиграем. У меня сейчас 1291 кубок, и мне нужно, точнее, выиграть одну игру на Кольта. Вот, давайте-ка выберем столкновение одиночное. Вот, и начнем играть. Надеюсь, у нас получится победить. Я прям на это надеюсь. Вот. А сейчас я попробую сделать звук громче чуть-чуть. Вот так, все нормально. Ну, конечно, громковато, но ничего страшного. Так, ладно. Я не знаю, что первым делом мне нужно делать. На меня Эль Прима нападает. А ну, пошел вон. Где он? А, все, он убежал. И мне надо сделать немножко звук потише. Я не думал, что настолько громко будет. Ну, куда? 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 Ага. Я вас понял. Да, я прям 9-е место занял с первого раза. Так, все, 100%. 100%. Рушим, рушим, рушим сундучок. Рушим сундучок. Ага, здравствуйте. Кто это? А это как ее? Нита? Ну как ты меня с первого раза убила? Ё-моё, я не понимаю. Я даже выйти не могу. Я сейчас просто-напросто все кубки солью. И на этом наш ролик закончится. А, так, еще немножко подлагивает. Так, тут у нас Нита. 3500 у нас хп. Это очень-очень мало. Здесь играют какие-то профессионалы. Офигеть, смотрите-ка, пули в воздухе зависли. Так, все, у меня есть одна эта штучка, одна энергия. Я не знаю, как она, уже не помню, как она называется. Куда он стреляет? Я не понимаю. Так, Нита там всех разносит. Мы можем попробовать вынести Ниту, но у нас этого, конечно же, не получится. Хотя, может быть, если постараться, да, мы ее вынесли. Ага, а как ты мне еще медведя сюда дала? Я не понял. Нифига себе, у медведя больше хп, чем у меня. Так, 5 бойцов осталось. Нам нужно занять хотя бы призовое место, чтобы выиграть за Кольта. Мне нужно занять первое, второе и третье место. Хотя бы хоть какое-то из этих мест. Так, что-то... О, столкновение, но я здесь проиграю, походу. У него надо 1000 кубков. Так, что это? А, я понял. А, так, у него, наверное, там уже 1000 этих банок. Как их правильно называть, уже не помню. Так, где он? Где он? Где же ты? Нифига себе, нифига себе, один выстрел и все, и меня уже больше нет. Ага, ага, а я вот так вот сделаю. Опа, давай, у тебя снимется тоже хп. Тоже хп снимется, я не успел ульту сделать. Но был хороший план заманить ее сюда. Но ладно, мы победили, у нас плюс 8 кубков. А, так, выиграй бой 3 раза с бойцом Кольт. Окей, а как забрать? А, все, оно мне типа дается, да? Ага, а куда я нажал играть снова? Что я наделал? Ладно, хорошо, тогда мы идем дальше. Мы идем дальше. Играем еще раз. Надеюсь, я попробую занять первое место в этой игре, потому что мне уже, смотрите-ка, первая банка попалась. Так, теперь второй ящик врубаем. Так, так, так. Давай-ка. Опа, у нас что-то появилось. У нас еще здесь есть третий. О, смотрите, как кто тут стоит. Ой, Бул стоит. А что ты стоял просто так, а? Стоял, не шевелился, потом, как только я к тебе подошел. А, он план затевал такой, вот, чтоб я к нему подошел. Ловушку такую строил. Ага, до свидания. Кто это? Кто это такая? Я даже такую не знаю. Это Шелли, нифига себе. А, так, мы с ней справимся, мы с ней справимся. Ага, ага, мы с ней справимся. Должны справиться, нифига себе она дамажит. Нифига себе она дамажит. Так, мы должны ее убить. Так, чуть-чуть осталось, нет, она сейчас улетит, да? Она сейчас улетит, ага, ладно, я понял. Вот это мы справимся с этой чувихой, чуваком, Pokemon Go. А, так, куда я выстрелил ульту? Да, управление вообще неудобное, просто-напросто вообще неудобное. 6 бойцов осталось, так, тихо, я не хотел никуда улетать. Пожалуй, я останусь здесь, не хочу никуда улетать. А, блин, фух.
повезло, что эта жмыха Делина не пошла ко мне. Или не пошел. О, Сергей. Здравствуй, Сергей. Ага, привет, Сергей, привет, Андрей. О, мы кого-то вынесли. Сейчас еще кого-то вынесем. Давай, перезаряжайся еще. Да, ага, да. Опять у меня ульта не в то время, не в том месте. Ну как? Как я не мог убежать? Я не понимаю. Почти 180 кубков мы набили на кольте. Сейчас мы посмотрим, дали нам плюс 100. Да, 144 дали. И сейчас у нас что? Что здесь у нас появится? О, ящик еще. А, тут постоянно, что ли, ящики будут? Ладно, хорошо, сейчас мы откроем, что у нас выпадет. Нифига себе, быстро открыл. Так, это что такое? Вольт. Ого, это нужно разблокировать. Это, типа, наверное, новый боец, да? Ага, мега... А, так нам будут мега-ящики давать бесплатно, нифига себе. А что это за 25? Что это такое? Вот пишите в комментариях, что это такое. Я не знаю. Ага, у нас, смотрите-ка, еще здесь что-то есть. Сейчас мы отсюда что-то возьмем. Ага, мы можем кого-то прокачать. Ну, давайте-ка, кого мы прокачаем? Кстати, у меня есть... Спайк, хотел сказать. Макс. Может быть, давайте-ка его прокачаем. 75 силы. Ну, думаю, давайте-ка отдадим Максу. Сейчас попробуем поиграть за Макса. Одну игру хотя бы. Вот. И в следующем ролике я уже открою, наверное, большой ящик. Так, у нас есть на Максе... Да я ж не выбирал тебя, господи. Так, мы можем улучшить. Так, раз. Потом... А, все. А, окей, ладно. Все, давайте-ка попробуем с ним поиграть. Вот. И попытаемся, конечно же, выиграть. Попытаемся. Так, все. Браво. Ну, конечно же, у меня место не очень, потому что коробки эти далеко. Надо, чтобы они всегда были близко. Но они очень-очень далеко. Офигеть, так долго вырубается эта коробка. Может быть, пойти на центр? Ладно, не буду идти на центр. Хорошо. Текс. Обыскиваем. Опа, здравствуйте. А что это у вас тут? Коль, здравствуйте, привет. Что вы тут в кустах делаете? Что это вы тут в кустах забыли? Оп, заберу, уйду. Ага, до свидания. До свидания, я успею. Опа, нифига себе, я... Ого! Ага, да, я понял. Ага, все, я понял, что я сейчас буду делать. Вот так, ага, у меня ж мало хп, я забыл. Я забыл, что у меня мало хп, но, короче, мне просто везет. Да, мне везет, очень везет. Ну ладно, четвертое место. У нас получилось, сколько нам за это что дадут? Как что дадут? Так, и удвоение жетонов должно быть. А, у меня же было удвоение жетонов. Куда оно делось? Так, 98. Осталось 100. Ну, примерно 100. Ну, короче, да, я в следующем ролике на Frizen Roblox на моем втором канале открою большой мега-ящик. Так что переходите. Вот, вкладка... ролик будет на вкладке сообщества, если что. Так что ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. И если вам понравился данный видеоролик, то жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Black Frizen. Всем удачи и всем пока. Пока.